встретившись с вами, провести очередную, или не очередную, а продолжение наших фестивалей, которые трансформировались в школу «Ищем жизни». Подожди. Я понимаю, что я не вовремя. Я рядом с вами постоянно хожу и постоянно не вовремя. Ну просто скажите, что вы уже третий день. Да. Я уже третий день. Стремлюсь каждый день. Все здорово, вообще классно. Процесс обучения. Мы встаем, работаем. Дурака не валяем. О, к нам новый волонтер пришел. Кто это? Тортила. Покажи. Получили общение, вдохновение. Посмеялись, как же. Хорошее обучение, но в этом году вообще просто замечательно все было.